Для тех, у кого YouTube сейчас плохо работает, лагает, тормозит и так далее, я решил завести Boosty, где я буду выкладывать свои новые и постепенно старые видео. То есть я и на YouTube по-прежнему буду выкладывать до конца видео, также и здесь, для вашего удобства, у кого уже плоховато он работает. Но я бы советовал бы и тем, у кого до сих пор, как у меня, нормально работает YouTube, тоже подписаться, чтобы мало ли у вас был доступ к моему контенту, и в целом, чтобы мы с вами не потерялись. На всякий случай, я думаю, не помешало бы. Это бесплатно, но вы также можете и подписаться на мой канал платно, поддержав тем самым меня. За это вы будете упомянуты в каждом видео, на стримах и на шапке канала. Ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Так же, как и на мой телеграм-канал, где выходят всякие новости канала, прочие анонсики, прикольчики и в целом моя жизнь. В будущем планирую выпускать также новости и по фандомам, в которых я состою. Так что рекомендую подписаться. Ссылочка будет также в описании и в закрепленном комментарии, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Песня Сэры на очереди. Но это последний аниматик, который вышел. Именно аниматик. Ух ты. Она увидела параллель с собой, я и Люцифером. Ха! Забавно. У нас было про Адама, про Эмили, про Лю, теперь вот про Сэру. О, сеструха Энджела. Небеса меняются. Неважно, к худшему или лучшему. Че, Сэра себя не очень чувствует, все равно ощущает. А это кто такие? Блин, мне нравится, как звучит, прям красиво и мощно опять-таки. Люблю подобные треки. Экстребление завершено. Опять подружки. Нормально. Люд с длинными волосами. Как же так? Ведь сколько параллелей. Нет, он раньше был грешником, но он же искупился. А интересно, во втором сезоне нам тоже покажут такие вот смятения Сэры и переживания по этому поводу? А правильно ли это, к худшему или к лучшему? Интересно. Реально, мне вот это изображение напоминает почему-то Стеллу, я не знаю. Ну, что это за птица? Ну, я понимаю, что это вторая форма у Эмили с Сэрой, такие вот птицы, птицевидные, но я не понимаю, к чему они до сих пор. Пока что. Нормально там Лилит в траве. Ой, плачет. О, это такая мини появилась. Допустим. Странно, мне Эмили больше напоминает не Чарли, ой, не Люцифера, а Чарли больше, как я думаю, многих других. Все-таки Сэра приняла серпи.
А лед нет! Лед нет. Лед вообще нет. Как мы помним, она аж издевалась над ним. И его яички, которые ему приносили, раздавила, сука такая. Гадина. Очень красиво. Это, наверное, один из самых таких красивых, мелодичных песен из тех, которые мы здесь слушали с вами, ребят. Это прям было очень красиво. Люблю, когда эпичность сочетается с мелодичностью и красотой песни. Мне прям очень нравится подобное. 10 дней назад выходила. Сэр Дарк Рефлексия, да, вот я вот хотел вспомнить это слово. Нам будут показывать что-то подобное, рефлексию действительно сэры. Было бы интересно, на самом деле. Что она не просто как бы все, она злодей рая именно, а что-то она как бы в смятении, не понимает, как что делать теперь, как вести себя. Вот. И даже Люд, возможно, тоже будет рефлексировать и не понимать, и, возможно, она не будет прям полноценным злодеем, как Адам. Посмотрим, как будет на самом деле. Интересно это, на самом деле, вся эта тема. Теоретизировать мы с вами можем сколько угодно, но в итоге мы... Что будет в итоге, мы увидим только лишь, когда уже выйдет второй сезон. Или даже не только второй сезон, а там третий, четвертый, когда нам это будут показывать. Посмотрим. Но реально, песня красивая, мне прям очень понравилась. Прям просто... просто. Но это, опять-таки, это все аниматики, которые выходили на этом канале от Milky Melodies. Мы можем послушать сами еще другие каверы, но там будут без аниматиков, просто картинка статичная, но там тоже есть еще каверы интересные, как минимум, тоже можно еще послушать, я думаю. Мы это обязательно, думаю, сделаем. А пока что, ладно, ребята, ставьте лайки, звонки, реакции, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы приходили в мини-стримах в видео в будущем, ссылка на субъектив, на мой телеграм-канал, на мой телеграм-канал, на Boosty, будут ссылочки в описании и закрепленный комментарий под этой реакцией, и всем желаю здоровья и, конечно же, мира. Всем пока-пока.